Что происходит? Не знаю, дружище. Мы падаем. Мы падаем. Йок, да, лемонная, мы падаем. Офигеть. Что же это такое? Смотри, за окном прекрасный закат. Там, да, заката нету. Ну и ладно. Ага. Но нет, что еда это? Улетает, смотри. Ящик, ящик, там еда. Нет, ящик. Держи его. Где ящик? Ты где? Где ящик? Быстрее! Ох, ёлка лэмоне! Что тут происходит? Что это такое? Тут пожар! Плывём! О, нет, пожар! Быстрее! Тут пожар! Жесть! Брах! Нет! О, где же? Тут акула плавает! Акула! Быстрее. Я не поступаю. Друг, короче, я... Тут молот плавает. Круто. Тут молот. Так, короче, я к тебе плыву. Давай, пытаемся. Давай. Так. Как же мы сюда попали, жесть. Можно вопрос, а кто мы? Мы? Стоп, а можно просто я баба? Да. Блин, я баба. Мне не повезло. Короче, я был наслышан, то, что типа в этом районе где-то упал, точнее не упал, это эсминец был потоплен. Древний. Древний. Да, который еще греки строили. Греки. Короче, греки. Я вижу краба. Я тут вижу краба. О! Ой, я вижу ящик. Я собираю краб. Я знаю место, где у нас будет наш, типа, лагерь. Я нашел три компаса в одном ящике. Класс. Короче, что-то нам лагерь сейчас обосную. Короче, я лагерь... Насколько вам жарко, если он будет пан, то вам жарко становится. Там, типа, ты брус становишься. Так, можно вопрос, где ты есть? Я пью пай. Молодец. А я юку. Сейчас я тебя скрачу ножик. Нам пока бы подобывать эту вещь. Тебе помочь? Все равно падает. Дай мне один камень. Дай один камень, ты твой. Я уже ремесленничество прокачал. Так. Так, у нас теперь каменное оружие спрашивать. Добыла. Тебе нужно? Я сейчас буду кокосы. Давай, на свой страх. Нужно охладиться. Как-то? Вода. Я в воду. Давай за мной. Плоту нашему. Я под воду спрячусь. Всё. Ёкарный бабай, я красный, я... Я Бэтмен. Ой, не Бэтмен. Охренеть, у меня СПФ поднимается водички. У меня СПФ водички поднимается. А нет, вот в голову воду отпусти. У тебя будет подниматься тогда. Ты под водой поплавай. Только следи, чтобы у тебя кислород не кончил. Надо на самую глубь, там холоднее. Ты акулу, кстати, водят, не забывай. Ох. Эх, от мотоха. А, бля, акула. Самое главное... У тебя есть камень, а у меня есть камень. Не, он у меня был. Да всплыл. Где все наши кокосы? О, всё, мне СПФ не нравится больше. Кокосы. А нам нужны кокосы. Я из них там сделаю вкусней... Коконат. Да. Короче, коконат. Так, пока что... не показался тут? А все уже вечер, йоу. Где все коконаты? Вот, коконат. Капец, у нас тут три цельных камня. Ты знал? Прикинь? Нет. Так, надо все кокосы собирать. Что у нас растут на пальмах. Подбирайся, давай! Я полез, короче, за кокосом. Окей, давай, бежим. Всё, каждому по три кокоса с водой. О, нет, так, я нашёл аномалию.
В смысле, где? Вот она. Погнали, мага. Маленький довольно запас скакана. Это маленький запас скакана. Но я нашел еще один скакана, так что еще может быть не все потеряно. Так, еще одно растение алоэ. Я хочу посчитать, зачем нам нужно алоэ. Простите, краба, я не смогу вас забрать с собой. Придется вас вырезать. Так, мать алоэ, чего помогаешь? Так. На поиски крабов. Противоядие, это что? Это пики? Так, пики надо, противоядие запомнить. Чайка, блин. Нам это усилитель запаса. Блин, надо взять уровень крафта, дабы у нас можно было крафтить будет, только на него нужна решетка для дубления. А затем, что такое решетка для дубления, давай посмотрим. Решетка для дубления, у нас просто встретил. Хреново. О, ты краба добыл? Давай, короче, мясо идти, забирай. Я пойду разводить костер. Можно тебе задать еще вопрос? Давай. Опа, у нас камней. Хреново. Короче, вот сюда. И кокос. Вернулись. У меня, короче, кокос. Краб. Сейчас будем их жарить. Всё, сделаем росток. Ура, я сделал костер, у тебя гаю. Давай. Тут теперь не надо просто кликать, тут надо быть аккуратным, а то можно обжечься. Запомни. Вот можно теперь обжигаться. Не-не-не, огонь нам развел. Раз, трис. Маленькое крабье мясо, которое... Я предлагаю нам поспать. Там костер уже потухнет. Мясо будет приготовлено слишком. Давай, мясо быстрее подбирай. Приготовленное. Я бы сейчас огонь должен. Да боже, я не могу нацелиться. Давай. У меня другое мясо ложа пока. Блядь, я его съел. Яхта села. Яхта? Так, значит лом, я сейчас это золото. Погоди, я сейчас там все золото. Так. Ты пока другие. У нас тут может воздух кончаться, я забыл. Я все быстро лутаю, выплываю, у нас воздух. Не, у меня по воздуху все класс. Ой, я застрял. А! Нет! На меня акула напала! Прием! Вали нахрен! Какая акула-то, скат? Молот! Тут акула молот на меня наплыла. Шутор? Что начинается? Travel time. Что, брат? Так, посмотри, на даме туч нет? Нет, все. Даме солнышко. Кит! Кит! Где кит? Пошли бить его! Зачем? Не знаю. И в чем заключается твой посыл? Вон кит. Знаю. Ну конечно, ты если захочешь, может, он поет наш остров. Блядь, быстрее. Он сейчас взорвет наш остров, да? Нет, они больше так не умеют делаться. Темноту. Боюсь темноты, дурак. Тут акулы водятся. Бежи, беги. Оплот. А, акула, беги. Плыви за плотом быстрее. Дурак, плыви за плотом. А где плот, ты что, дебил? Он сзади, А что это я? Иди в жопу. Тупая акула. На, плот. Ты перевернул, ты идешь. А, уйди. Я опасный, уйди. Короче, тебе на помощь. Давай, тащи плот быстрее, тащим плот. Ааа, он на меня бежит. Давай, тащи плот быстрее. Быстрее. Бля, плот, ай, на нахрен. Я ее ранил. Она меня ранила. Я отвожу от острова. Я от нас отвожу, давай, она за мной. Я ее отвожу от тебя. Пошла в жопу, я ее ранил. Давай. Она мой плод хочет украсть, мой плод. А-а-а! Ты жив? Да, она меня ранила. Быстрее, Марина, тащи плод. Пошла в жопу, я ее ранил. Давай, тащи ее, давай, быстрее, я к себе. Где я? Где она? Вот, она на меня! На, красавчик! Поранил прям. Быстрее. На! Давай, тащи плод, я тебя прикрываю. Тут пока не глубоко. Она плывет! Давай! Я защищаюсь плотом. Быстрее. Она у тебя тащила, нет! Я держу, я и плыву, я не доплыву. Я ее убиваю. Я стекаю кровью. Жесть. Я задыхаюсь. Я лечусь винтом.
Б! Да, плотность, я ее ранил! Плотность. Тут Таурина! Быстрее! Паник! Паник! А, я умер! Нет!